18 января 2024 год. Свеженький, с пылу, с жару, пусть и философский афоризм. Час назад написанный. Звучит так. Высшая справедливость. Дуракам везет жить в мире умных, а участь умных – жить среди дураков. Написал, соответственно, этот афоризм час назад. 18 января 2024 года по результатам беседы с представителем русского мира. Тут самое место вспомнить другой мой старенький, правда, афоризм 18-го, по-моему, года. В споре умного с дураком интересна не тема, а мотив. Кого я ставлю здесь на роль умного, а кого дурака, по-моему, неинтересно, да? Чтобы собрать мозги в кучу, их на кучу должно хватать. Ну, ладненько. А тут последний раз в прошлом году написал афоризм. В декабре месяце. Почти месяц не писал. Так что пусть будет. Высшая справедливость.